Молодежная политика, культура и спорт являются одними из главных направлений работы администрации городского поселения Одинцово. Профильный отдел не только координирует десятки подведомственных учреждений, но и активно развивает сферу досуга, разрабатывает военно-патриотическую и краеведческую линии, библиотечно-информационное обслуживание. В библиотеках работают различные клубные формирования, такие как «Созвучие», «Ретро», «Проталинка», «Развивайка», «Рукодельница» и многие-многие другие, которые регулярно посещают более 400 человек. Проходят разные мероприятия, литературно-музыкальные вечера, мастер-классы, уроки мужества. Также на базе библиотек в Одинцово работают курсы компьютерной грамотности и английского языка для пожилых людей. В течение последнего года поселение провело большую работу по ремонту учреждений культуры и укреплению их материально-технической базы. О деятельности муниципального автономного учреждения спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» отчитывался его руководитель Евгений Серегин. В состав предприятия с августа 2015 года входят и Одинцовский центр хоккея и фигурного катания, и волейбольный. Сегодня основные усилия направлены на обновление Ледового дворца. Ледовый дворец у нас имеет некоторые ограничения, поскольку был построен 15 лет назад, и нам постоянно пеняли к тому, что чтобы мы проводили какие-то турниры и соревнования, нам надо несколько изменить инфраструктуру. В ближайших планах замена бортов и спецтехники для обслуживания льда, капитальный ремонт помещений и решение ряда других назревших вопросов. По словам Евгения Серегина, организационные сложности переходного периода не мешают развитию обоих спортивных объектов. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».